She said that, he told me that. Она мне сказала что, он сказал мне что. Last week you went to a party, a lot of your friends were here. Here are some things they said to you. Прошлой неделе вы были на вечеринке, там было много друзей. Вот вещи, что они сказали. I am enjoying my new job, I am. То есть я наслаждаюсь. Видите, вот здесь, текущее время, continuous. My father isn't very well. Мой отец не очень хорошо. Теперь мы будем обсуждать за прошлое. Today you meet Paul, you tell him about the party. You tell Paul what your friends said. А сегодня вы встречаете Paul. То есть вы говорите ему о вечеринке. Вы рассказываете Paul то, что ваши друзья сказали. Diane said she was enjoying her new job. Она сказала, что она наслаждается своей работой. Хотя здесь и подразумевается наслаждалась. Ну, это разрыв по временам. Значит, M это все-таки считается за was. Это не значит, что она в прошлом наслаждалась работой, потом поменяла работу. Это одно и то же самое, просто вы передаете чужие слова косвенной речью, и на фоне этого получается. She said her father wasn't very well. Она сказала, что ее отцу не очень хорошо. Если сказать «не было очень хорошо», то тут возникают неправильные ассоциации. Sarah, we are going to buy a house. Сара, мы собираемся купить домик. Sarah and Tim say that they were going to buy a house. Сара и Тим сказали, что они собираются купить новый дом. Если вы скажете через, ну, where, да, хочется сказать через прошлое, я знаю, куда вы думаете, получится как? Что в прошлом они хотели купить домик, потом изменили точку зрения. Нет, они хотят купить в настоящем, просто смотрите. Sarah and Tim say, говорят, that they are going to buy a new house. Это настоящее. А здесь переход. Просмотрите детально видео, и тогда вам будет доходчивее. I have to go early. Я вынужден уйти рано. My sister has gone to Australia. Моя сестра уехала в Австралию. Have has становится прошлым had. Peter said that he had to go early. Питер сказал, что ему надо было идти рано. He said that his sister had gone to Australia. Он сказал, что его сестра поехала в Австралию. Can't найти. Could в прошлом. Answer said she couldn't find a job. Ан говорит, я не могу найти работу. Почему? Потому что не знает английский. А can в прошлой форме, прошлое could. Это модальный глагол, который отвечает за возможность. Ann said she couldn't find a job. Ann сказала, что не может найти работу. I'll phone you, я позвоню вам. Will становится would. Steve said that he would phone me. Стив сказал, что он мне перезвонит в будущем. I don't like my job, я не люблю мою работу. My son doesn't like school. Мой сын не любит школу. Do, does, в прошлом did. Angela said she didn't like her job. Angela сказала, что ей не нравится ее работа. She said that her son didn't like school. Она сказала, что ее сыну не нравится школа. You look tired, I feel fine. Вы выглядите уставшие? Вот это вы. Вы отвечаете, у меня все хорошо. Look, в прошлом look ты, feel-felt. Что такое felt? Это неправильные глаголы. В английском языке есть 60 неправильных глаголов. На моем канале откатайтесь и найдете эту ссылку. Там уже 600 просмотров. Я думаю, 2000 будет спокойной совестью. И просмотрите, и вы разберетесь, что почем и с какой стати. А Мик сказала, что я выглядела уставшей. Я сказала, что я чувствовала себя хорошо. Say и tell. В чем разница? Say это говорить по жизни. Смотрите, he said that he was tired. Он сказал, что он был уставшим. What did she say to you? Что она сказала вам? Do not say it. He said me, I say them. Когда говорите, кому детально сказали, надо указывать через tell. То есть, he told me that he was tired. Он мне доложил. Хоть здесь и говорить, но я докладываю через доложить вам. Чтобы вы поняли, что tell надо на какое-то слово, кому отчитываться, добавлять. То есть, what did she tell you, что она вам сказала.
Сюда нельзя сказать say, это безграмотно. Do not say he told to me, I told to Anne. То есть вот здесь to это лишняя частичка. Вот это правильно. You can say. Вы можете сказать. He said that he was tired. He said he was tired. Он сказал, что он был уставшим. Он сказал, что он был уставшим. Anne доложила мне, что ей не нравится ее новая работа, либо Anne сказала мне, что она не любит работу. Мне моя работа нравится, потому что в своей профессии я мастер. Добавляйте Smart Teacher 197.